На стадионе «Строитель Мурман» встретился со «Стартом» из Нижнего Новгорода. Удалось ли нашим поставить громкую точку в последней игре сезона, узнаем далее. Метель – не помеха хорошей игре. Сегодня «Мурман» играет свой заключительный матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Болеем за наших! «Мурман» – вперед! Настоящая северная погода царила не только в момент матча, но и весь день. За сутки в столице Заполярья выпало рекордное количество осадков для февраля. Но это не помешало командам показать красивый хоккей и нисколько не смутило болельщиков. Это наша погода, будет победа. Как у вас сегодня настрой? Какой на игру? На победу. Только будет победа, я думаю. Это крайняя игра, как бы. Надо показать максимум. Максимум, и будет показано. Ну, вроде бы судья... Более-менее. Да, не как в прошлый раз. Полкоманды удалил, и как тут выиграешь? С первых минут команда Олега Батова чувствовала себя уверенно. Родная арена, искренняя поддержка близких и просто неравнодушных заряжала хоккеистов мощной энергией. Потому и первый гол не заставил себя долго ждать. Спустя время соперник нижегородский «Старт» смог сравнять счет, но ненадолго. Наши показали зубы и активно атаковали во втором тайме. Несмотря на то, что «Старт» в турнирной таблице выше «Мурмана» на одну позицию, в этот раз северяне были сильнее. Встреча завершилась счетом 4-2. И хоть мы не попадаем в плей-офф, этот сезон запомнится многим как один из самых ярких. У «Мурмана» этот, наверное, лучший сезон был за всю его историю. И я думаю, что... Это лучшая пати была в этом году и вообще за все годы. Сезон неоднозначный, да, я не буду тут говорить про некие моменты, да, они везде присутствуют, но было круто. Я всем советую, ходите на «Мурман», поддерживайте эту команду, она нуждается в нас, в вас, во всех. Чемпионат России по хоккею с мячом 22-23 на этом для нашего клуба заканчивается. Теперь время для работы над ошибками. Впереди ребят ждут упорные тренировки и новые вызовы. Ну а мы продолжим следить за новостями «Мурмана».